Создатели культовой игры CryptoKitties с уникальными взаимозаменяемыми токенами в 2020 году запустили собственный децентрализированный блокчейн, предназначенный для разработки DApps и создания смарт-контрактов. Проект привлек десятки крупных инвесторов, включая биржи и спортивные лиги. Прочитав обзор криптовалюты Flow и ее блокчейна, потенциальные инвесторы смогут оценить перспективность краткосрочных и долгосрочных вложений. Сеть была создана командой разработчиков из организации Dapper Labs, прославившейся благодаря самой популярной игре на блокчейне – CryptoKitties. В ней пользователям нужно разводить и собирать кошек. Игра была разработана на блокчейне Ethereum. Вскоре возникла проблема из-за низкой масштабируемости сети. Участники были вынуждены платить высокие комиссии за транзакции, а переводы занимали много времени. Тогда команда Dapper Labs решила запустить платформу на собственном блокчейне, ориентированном на новое поколение игр, DApps и социальные сети. Они позаботились о создании удобной и безопасной среды для разработчиков. О курсе и статистике этой криптовалюты вы сможете узнать в бирже Gate.io. Вы сами знаете, что курсы криптовалюты нестабильны, поэтому говорить об их цене в долгосрочной перспективе глупо. Так что сами проверяйте. Через несколько минут я вам покажу, как можно купить криптовалюту через Gate.io. Токен лежит в основе децентрализованной сети и выступает в роли ее топлива. Предусмотрены многочисленные способы использования коина для транзакций, обмена, долгосрочного хранения и участия в управлении. Участники экосистемы получают вознаграждение за поддержание стабильности сети в коинах. Сама платформа является основой для новых современных децентрализованных игр и приложений. Разработчики предусмотрели устойчивую стратегию для распространения коинов системы. Держатели токенов получают доступ к блокчейну и DApps, созданным на нем. То есть выгода есть не только от спекуляции, как в случае со многими пустыми монетами. Flow – это нативный токен в одноименной сети. Платформа предназначена для криптотрейдеров, а также пользователей и разработчиков, заинтересованных в децентрализованных играх и приложениях. Среда удобна для программистов, которые создают DApps, DeFi, развертывают смарт-контракты. В протокол были внедрены нововведения, включая собственный эмулятор, язык программирования и инструменты. Используется мультиролевая архитектура. Задачи распределены между разными узлами. Сбор, достижение консенсуса, подтверждение блока и исполнение. То есть все ноды принимают участие в валидации, но на разных стадиях. Они узкоспециализированы. В классическом блокчейне один полноценный узел выполняет все функции. Такой подход повышает эффективность нод, сеть становится более масштабируемой и может обслужить миллиарды клиентов без уступок в сторону централизации. Платформа нацелена на широкую аудиторию. Пользователям доступны удобные аккаунты и инструменты для быстрого и безопасного обмена фиата на криптовалюту. Задействован ресурсоориентированный язык Cadence для создания приложений и цифровых активов. А где можно купить этот коин? Я лично пользуюсь Gate.io. Есть несколько причин, почему выбирать эту биржу. Во-первых, интерфейс проекта очень понятен, во-вторых, большой выбор торговых пар, адекватная торговая комиссия и наличие мобильного приложения есть куча преимуществ. А также есть один плюс. Переходя по ссылке в описании, вы получите 20% скидку на торг комиссии. Биржа очень крутая, так что работать с ним определенно стоит. Какие его достоинства? Биржа входит в топ-7 самых лучших бирж в криптомире и имеет положительный бэкграунд. Чтобы начать торговлю, надо пройти легкую регистрацию, а именно заполнить стандартную форму и подтвердить почту. Обязательно запишите данные, чтобы не забыть. Чтобы начать торговать, надо пополнить баланс через криптокошельки или карты. После переходим в классическую торговлю и покупаем монеты, которые хотим и которые мы изучили. На всякий случай подтвердите личность, так как это упростит работу с биржей. Главная разработка проекта Flow – собственный блокчейн. Создан первый ресурсно-ориентированный язык Cadence. Он предназначен для развертывания смарт-контрактов и приложений с использованием криптовалют. Можно генерировать digital артефакт, цифровые артефакты, право владения которыми отслеживает компьютерный язык. Cadence прост в изучении и высокопродуктивен.
Kitty Items – демонстрационное приложение, которое помогает программистам начать работать с платформой. Также это торговая площадка для невзаимозаменяемых токенов, созданная с помощью языка Cadence. Ребята, опять напоминаю, если хотите начать торговлю, тогда вам советую Gate.io. Я вам уже рассказала, почему я так думаю. А также вы можете получить 20% скидку на торг комиссии. Но не забудьте одно, ваши средства только в ваших руках. Будьте предельно осторожны, иначе потеряете все свои ресурсы. Если вас интересует рынок криптовалюты, тогда подпишитесь на телеграм-канал Рустиксона. Там публикуются посты, в каких мероприятиях он участвует, и не только. А также на его канале увидите новости криптомира. Ссылка находится в описании. Переходите, подпишитесь.